Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем беседу со служителем, пастором Ярканатом. Он не просто был человеком, который, знаете, жил, и потом вдруг где-то по улице шел и встретил человека, проповедующего Евангелие. Он был человеком с очень непростой судьбой и зависимым от наркотиков. Как происходило его вот трансформация, освобождение от зависимости, он рассказывает в этой капле. Путь он долгий. У меня вот сегодня день рождения моей покойной супруги. Ну, 16 лет она со мной провозилась. Очень сильная такая. Она и духовно сильная была. И, конечно, ее вот вера в Бога, она позволяла все эти вещи, конечно, делать. Такой путь, он, скажем, нелегкий был. Почему? Потому что зависимость, я думаю, что это последствия. А образ жизни, он, ну, вел, вот, все это способствовало тому, что, ну, скорее всего, я даже, ну, не мог жить, как любые, ну, просто вот нормальные люди. Да. Даже просто я не мог состоять в обществе в нормальном. Я все время выпадал из него. Ну, с помощью Господа получилось, и путь он такой был. Не скажу, что легкий, но и в то же время, когда я доверился, я сам, ну, конечно, был в таком удивлении, в том, что все это так легко. То есть сегодня 7 лет, я свободен, чист, так скажем. И сегодня я не то что там, ну, не пью, не курю, не матерюсь. И, то есть, есть много тех вещей. Сегодня являюсь служителем, ну, не полного посвящения в церкви. Ну, так, Бог сегодня доверяет и хочется оправдать.